А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал Simon Production. На его канале сможете найти различные туториалы, SkyWars и многое другое. Ссылочка на описание, а мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать на наш сервер, в нашу летнюю авантюру, где мы продолжаем фигачить боссов и, в принципе, выживать в мире RPG. У меня для вас небольшой сюрприз. Я наконец-то достроил полностью свой дом, прям полностью. Немного занялся двором, то есть двор у нас уже тоже чуть-чуть достроен. И, в принципе, можно сказать, что много я чего построил. Давайте приступим к обзору. Смотрите. Давайте мы туда пойдем и посмотрим, что же я настроил. Дом, если честно, получился офигенный. Я даже не ожидал, что дом такой крутой получится. Прям, знаете, прям то... Не даду даже рассказать. Прям то, что я планировал. На горе. Дом зависает. Его поддерживают колонны. И это прям так эпично выглядит, что я прям с ума могу сойти. Давайте посмотрим. Смотрите. Это мой дом. Это двор, точнее. Если мы будем заходить отсюда, да, то тут уже все загорожено, да. То есть тут монстры не пройдут. Ух, я чуть куда-то не туда упал. Тут монстры не пройдут. Тут уже все нормально. Смотрите. Смотрите. Вот. Тут уже монстры не пройдут. Тут уже тоже не пройдут. Разве что это будут какие-то монстры-паркуристы, которые смогут... Опа! И то я даже не могу. Опа, вот так. Ну, вряд ли такие существуют. Тут я забыл еще поставить ступеньки, но все же. Вот, тут у нас двор. Тут, как вы видите, вот тут наверху у меня заборчик с камня, да, чтобы даже если монстры, которые любят заспавниться вот тут на горе, если они спавнились, то не падали вот сюда вниз, потому что тут... Я выровнял вот тут, видите, вот этот угол и вот тут заборчик. То есть они не смогут его перепрыгнуть. Тут я красиво так сделал для портала в ад, чтобы смотрелось. Тут уже все огражено вот этим тоже заборчиком. Сюда, если мы пойдем дальше, то тут пока что ничего нету. Тут кончается стеночка, тут можно спуститься вниз. И тут посажены наши ростки для стрел, да? И вот тут у меня, наверное, будет проход туда дальше, к нашему порталу. Но это уже чуть-чуть позже. Давайте мы осмотрим наш дом. Давайте сначала снаружи. Ну, в принципе, снаружи так как было. Да, вот тут классно мне нравится. Наша спальня, да, вот так пришел. Опа, вот так лег и зыришь. А что там Эдисон делает? Можно так даже позырить. Вот тут у нас вход. Я тут не сделал склад, как я говорил. Вот тут склад будет туда дальше. Я не сделал, потому что я не увидел смысла. Как я не увидел смысла? То есть, склад можно сделать даже вот тут, потому что у нас же есть алмазные сундучки, они хранят офигеть как много вещей. В принципе, мы большой склад не будем делать, потому что нету смысла. Если мы пойдем налево, тут еще нужно везде факелы поставить, потому что тут темно. Пойдем налево, найдем, не как знаете, пойдем налево, коня потеряем. Пойдем направо, богатство найдем. Пойдем прямо, умрем, да? Но, в принципе, тут не так. Тут... спускаешься, тут сундучки, тут немного живой природы, так как тут есть вот эта листва. Тут круто вообще, смотрите, тут можно, в принципе, хотя у меня на 26, ни хрена себе, я даже не знал. И вот тут можно смотреть, что там происходит. Это стекло, я тоже, знаете, как-то непривычно с этим текстурпаком, но вот это стекло, вот это все стекло, тут сюда не пройдешь. И вот тут наша комната. Тут я не хотел делать стекла, потому что, ну, в смысле, большие стекла, потому что это было бы уже как-то чересчур. Казалось бы, что очень много стекол, и как-то бы не очень хотелось вот так жить в какой-то прозрачной комнате, чтобы все на тебя могли пялиться. И те же мобы тоже. Вот тут такие небольшие стекла, как будто, знаете, в подвальчике. Вот так. Опа! Зыришь. О-о-о! А чё наш там перчик делает? Кто там? Монстр есть? Нету. И тут тоже так, точно так же, но тут нифига не сможешь увидеть. И тут, в принципе, тоже круто. Знаете, вот так. Вот так. Лег на кровать, смотрите. Опа. Лег на кровать и зыришь. Зыришь, никто ли там не крадется ко входу, да? И, в принципе, вот так. Тут наши статуи из предыдущей серии, где мы убили тролля, где мы убили... морское чудовище, хрень какая-то, честно, ребята, я не помню, как-то вот так. Тут, знаете, что у нас тут будет? Я пока не знаю, где это можно поставить, пускай будет пока что тут. Тут у нас будет стол зачарования, я прям сделал такую комнатку специально для стола зачарования. Вот тут будет стол, тут все будет огорожено книжными полками, тут у нас будет стол. Стол зачарования. Мы сюда заходим, чарим все, что
нам придет в голову и уходим. Вот тут тоже так классно получилось. То есть тут стол, заходим налево, и тут у нас будет кухня, и вот тут у нас будет склад. Вот тут тоже круто, можно смотреть. Опа, 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 кто это, кто это, кто это? Вот там кто-то, кто-то плавает, рыбка есть, нету. И тут также можно смотреть. Тут у нас будут печки, печки, верстак. Тут ничего, не знаю, что там может быть. И тут, в принципе, вот тоже такие небольшие окна, где можно что-то посмотреть. Мне кажется, прикольно вышло. И вот тут, смотрите, за окном я поставил такой небольшой живой уголочек, да, там, где растут цветы. Мне кажется, это действительно очень прикольно. Тут, где растут наши ростки для стрел, вот тут за этим заборчиком растут цветы. Мне кажется, ребята, как вы оцените этот дом от 0 до 10? Лично я бы дал, я не скажу, что это прям гениальный какой-то шедевр, но я бы где-то дал около 9, может где-то 8 с чем-то или 9. Потому что, ну, действительно такой более-менее нормальный домик, да, домик получился. Мне кажется, это действительно очень круто. Это можно забирать, ребята. В этой серии мы будем обустраивать наш дом, будем вот это все делать, будем переносить наши вещи. И также я попробую поюзать вот тот посох, да. Я, если честно, пока что не знаю, как делается вот эта фигня. Ух. Пули, да, для вот этой фиговины, где таскаешь ее на плече для... Короче, для пушки можно и так сказать. Я не знаю пока что, как они делаются. Вроде там ган... Нет. Ганпаудер. Паудер, вот. Мне кажется, пули какие-то. Ух, я не знаю, честно. Я не знаю, как они пока что делаются. Потом, может, как-то узнаю, хотя вряд ли. Но пока что не буду говорить, потому что, честное слово, ребята, не знаю. Так, сюда. Сюда мы поставим столик. Вот столик у нас будет вот тут пока что. Сюда. Идем сразу на кухню. На кухню мы сразу ставим опа, опа. И сюда вот так. Замечательно. Сюда ставим вот это. Сюда ставим сюда вот это. Замечательно. Вроде все пока что нормально. Ставим вроде нормально. Так. Ух, это сейчас еще вот эти сундучки с улицы приносить. В принципе нужно. Я согласен, что нужно. Я этот сундучок не взял. А где он? Ух, сейчас будет, вот он, вот так сейчас. Значит, нужно вот так переносить, потому что вы видите то, что то, что по-другому просто-напросто не получится. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ух ты, это будет долго, мне так кажется. Где вот этот сундук? Вот он. Капут. Это будет очень долго, ребята, хотя я постараюсь как можно быстрее вот это все забрать. Опа, опа. Опа, опа, опа. Сундучок, ты когда-то поднимешься? Я не имею представления. Сундучок, пожалуй. Да где этот нафиг сундук? Это можно выкинуть, это можно выкинуть. Это, наконец-то. Ну, сейчас еще нам нужно будет за другим сундуком идти, потому что видите, что вещей там просто куча. И это все нужно забрать, поднять и перетаскать вот сюда. Так, пока что будем вот это все выкладывать. Кроме вот этого слота, да? Кроме вот этого, потому что это наш. Нет, сейчас. Потому что я потеряюсь, и потом я это фиг найду. Что мне нужно взять на дальнейшее? Нам лук нужно взять, а лук у нас на улице, наверное, валяется. Это нужно как можно быстрее все подобрать. Вот так. Ух ты, нифига себе, там вещичек. Смотри, у нас даже в инвентаре места не хватило, чтобы вот это все поднять. Вот так, вот так, вот так. Ну, зато круто, что вот эти алмазные сундуки, в принципе, вмещают очень много. Мне кажется, можно еще где-то 2-3 штучки сделать. И мне кажется, лучше идти сразу поспать, потому что, во-первых, этим мобам, по сути, пофиг, где спавнится, если честно. А во-вторых, зачем мы будем ночью что-то делать, если мы можем просто-напросто идти поспать? И будем себя чувствовать уютнее. Хотя, в принципе, монстры, которые тут спавнятся на горе, они нам, если честно, вреда не принесут, потому что они не прям такие уж сильные, да? Ребятушечки, что бы я хотел у вас спросить? Скажите мне, пожалуйста, какой у нас идет... Нет, второго мы уже убили. Третий босс по счету. Если первый был тролль, такой самый слабенький, которого просто убить. Если второй был Корсола у нас. Нет, Корсола это какой-то покемон или что. Фиг его знает. Ну, короче,
я не знаю, как Коралус, вот, Корсола, нафиг. Второй покемон. Второй босс у нас был Коралус, да, опять только что посмотрел, уже забыл, да? Второй босс у нас был Коралус. Если у первого босса было 500 хп, во второго босса было, опа, нифига себе, во второго босса, во второго босса было, сколько там, 2000 хп, да? То, в принципе, если правильно мыслить, то в третьего босса должно быть около, я не знаю, около 5000 хп. Но просто мне хочется узнать, какой третий босс идет по счету. Поэтому, друзья, опа, это кто? Это Стив, наш старый дружок. Поэтому, друзья, я вас очень прошу, кто знает, скажите мне, пожалуйста, какой третий босс по счету идет, да? То есть первых двух мы убили, поэтому, пожалуйста, сейчас скажите, какой идет третий, потому что я не знаю. Если честно, то мы, наверное, сейчас будем ходить в миры, да, то есть... Ух, нифига себе, тут только еще шмоток, что это с ума можно сойти. У меня просто-напросто не хватит. А сейчас, а может там сразу сделать еще тут парочку алмазных сундуков? Дайте-ка я вот это все перемещу вот сюда, вот так. Вот так, замечательно. Сундучки. Давайте мы сделаем себе парочку еще сундучков. Вот так. Что нам нужно? Вот это. Железо, ага. Замечательно. Смотрите, давайте тогда еще сделаем сколько можно. Давайте сделаем 4 сразу. Если у нас, конечно, получится. Да, допустим, 4, да? 4, а там вроде не только нужно. Там вроде стекло еще нужно, как я помню, да? А стекла у нас вроде нет. Это очень плохо, потому что стекло нужно. Вот. Ой, вот так. Еще вот так. Замечательно. 4. И стекло, да? Как оно там делается? Нет, в смысле стекло. 1, 2. Офиг его знает, как. Даймонд, вот. Даймонд не фюрнейс, а даймонд чест. Ага, я почему-то его не вижу, то ли я слепой. Чест. Ребят, я слепой, что ли, или... А, вот он, да. Ну, немного слепой. Так, значит, нам нужно... Значит, если у нас нету стекла, то мы просто поставим и пускай это все жарится. Замечательно. Это можно уже выставлять вот сюда, да, вот так. Ага, и мы, в принципе, знаете что, давайте в этой серии, если у нас получится, то мы еще нижние полочки сделаем. Мне кажется, уже нужно что-то зачарить на 30 уровень. 1-2, нам вроде нужно 12 штук, да? Поэтому ждем, пока это пережарится, это очень быстро, смотрите, 9, 10 и уже все, 11 и 12. Вот, это все очень быстро с этими печками. А хотя как 12, если мы делаем сразу несколько сундуков? Мы же сразу несколько сундуков делаем. А 12 это только на 2 сундука, значит нужно 24, если я правильно считаю. А мне интересно, вот тут у нас что-то еще осталось в этом сундуке? Осталось, и дофига чего еще осталось. А самое главное, что нету... Ух, охренеть! Ребята, смотрите, у нас сколько гемов. Целые гемы. Вот они, целый грас, целый реалмстон. Вот сюда нужно ходить и вот это все собирать, но мне кажется... Я не знаю, в принципе, сейчас мы этим, если честно, будем и заниматься. 12 это на 2 сундука нам... Ну, сейчас посмотрим, ребята, не переживайте. Ух, да ты издеваешься, нам не хватило... Это, ребята, это шутки, честное слово, это шутки. Нам не хватило одного нафиг от песка. Одного писка... Ух, я думаю, что это за босс какой-то? А и что это за монстр? Это просто вот эта чукча залезла на вот это. Так, а, точно, мы же хоу можем прописать. Залезла на колодец, и я думаю, что это за фигня, да, там ползает, лазает. Так. А еще один, да? В этой серии, вот смотрите, в этой серии мы только вот этим будем заниматься. Потому что, в принципе, нужно, ребята, нужно. Вот так. Нужно сначала дом обустроить, потому что тут же какая? 15, 16, 17 серия. Ай, точно, я что-то не то делаю. Какая-то там серия, да? 1, 2, 1, 2, 1, 2, вот так. А мы еще, если честно, дом только сейчас достроили, да? Поэтому нужно как можно быстрее. Вот так. Ух ты, это прям, знаете, сколько тут сундуков вот этих будет. А может этот сундук, я не знаю, куда-то...
фиг его знает, куда поставить. А, точно, смотрите. Вот это сюда нужно. Значит, давайте будем сейчас переставлять вот это все. Это все мы сейчас будем быстренько переставлять. Ну что, переставил, я не знаю, куда это можно засунуть. Может сюда, да и все. И там, в принципе, еще вот этот сундучок нужно взять. Тут еще что-то в нем осталось, мне кажется, осталось. Осталось и дофига, чего еще там осталось. Это все сейчас нужно будет таскать. Сейчас, давайте сначала вот это сюда поставим. Мне кажется, нужно будет все... нужно будет все порталы переместить в один сундук, да, чтобы они сразу на начале стояли, чтобы я знал, что можно сразу взять, и чтобы не шастаться по сундукам и смотреть, где же наши порталы, да, а сразу в один сундук их запихнуть, рассортировать, и, в принципе, они всегда будут находиться в нужном месте, и мы их даже не будем искать, так же, как и вот эти монеты и вот эти гемсы. Давайте монеты и гемсы будут вот в этом. О, это можно забрать. Будут в этом, во втором. Тут нужно вот эти таблички потом сделать. Вот тут у нас давайте будут портальчики. Портальчики вот тут, а во втором у нас есть портальчики. Да, есть. 1, 2. Значит, так, знаете, давайте не только порталы. Знаете, давайте в один сундук сразу мы все и гемы положим, и вот эти монеты положим. Мне кажется, будет круто так рассортировано. И вот это все сначала нужно забрать и вот сюда положить. Вот так. Это все сюда положить. Вот так. Это все забрать. Положить вот сюда. Вот так. А сюда вот это все. Мне кажется, будет круто, если все будет находиться в нужном месте. Вот так. Вроде все. О, вот еще гемы. Я просто смотрю, знаете, чтобы все было в нужном месте. Вот тут гемы, вот эти баннеры, в принципе, тоже можно забрать, потому что это все из этих миров, да. И можно вот это все поскладывать в один и тот же сундучок, чтобы было очень... Вот это заберем, потому что это наше. Баннеры, я говорю, можно сюда поставить. Это можно пока что вот забрать, это поставить. Вот так. Замечательно, вроде мы все более-менее пока что рассортировали. Замечательно. Сейчас давайте будем делать книжные полки. Где у нас книжные полки, я пока что не представляю. Вот тут у нас книжные полки. И есть ли у нас дерево? Вот у нас дерево. Я не знаю, хватит ли вот этого, мне кажется, не хватит. Поэтому нужно еще взять. А где наше деревко? Где наше деревко? Вот оно. Так. Делаем книжные полки. Я пока что не имею понятия, сколько нам нужно книжных полок. 1, 2, 3, 4, 8, ну 8, 100%. Так, это сюда, 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 это сюда. Ну, пока что вот так. 6. Сейчас нужно посчитать, сколько нам нужно. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Еще нужно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Я хочу просто-напросто всю комнату сделать, чтобы классно выглядело. 16 еще нужно. Вот так, значит. Значит, это сюда. 16. Вот, замечательно. Вряд ли нам дерева хватит. А хотя нет, хватит. Замечательно. 16. Ровно 16. И сейчас у нас будет все зачарено на 30 уровень. Хоть у нас и мы бегаем с третьим уровнем, но я так уверенно говорю, что сейчас у нас будет все зачарено на 30 уровень. Да, размечтался в какой-то степени на 30 уровень. Так, это можно все уже выкладывать. Стрел у нас нету, стрелы нужно будет сделать. Я хочу найти посох. Посох не вот этот, а вот второй. Второй посох, где он? Вот, второй посох, и хочу взять алмазики. Знаете зачем? Как называется вот та. Нам нужно сейчас быстренько в шахту сбегать. Вот так. Нужно быстренько в шахту сбегать. И забрать, не забрать, а найти вот эту, я не знаю, как она вы... Что это за хрень? Ну это 100% не сгенерировалось, это 100% не данж, это какой-то просто-напросто игрок построил, да и все. Это какой-то портал или что это там? Ух ты, ты прям меня напугал, если честно. Мне интересно, что это за фигня? Я уверен, что это игрок построил, потому что видно, что кривовато. Не прими как обида, но... Я боюсь сюда заходить, честное слово. Я не верю, что это само сгенерировалось, потому что мы уже тут бегали миллион раз и... Мне
Мне просто интересно, что это такое, честно. Я тут еще никогда не был, и мне просто... Ух ты, офигеть. Прям темнота, темнота. И как я понимаю, если мы туда упадем, то умрем, да? Поэтому лучше туда не падать. Это кто-то построил для меня, наверное, или просто забыл. Опа, это... Ух ты, это какие-то там данжики. Я не знаю. Я, честное слово... Ух. Тут как-то не очень мне хочется, потому... Ну, я вижу, да, вот тут что-то, вот тут какие-то данжи, но я, честно, пока что не хочу идти, потому что я знаю, что я еще бабахнусь. Ну, давайте, знаете, хотя бы вот так попробуем. Вот так, и вот так, и если что, сейчас просто-напросто спрыгнем, да, и все. Вот так, я прям, да, мастер паркура, хотел сказать... Ух ты, это что у меня? Night Vision? Так. А Night Vision нам дается в честь чего? То есть, когда мы стоим на вот этой фигне? Ну, мне кажется, что да. Так. Я просто-напросто ищу самый короткий путь к... Опа, опа! Это что такое? Это какой-то мир, и я, если честно, я еще пока что ни одного монстра тут не видел. Вот тут кто-то нам показывается, что есть. Видите на карте? Если мы смотрим вперед, то показывается, что там кто-то есть. Но я, если честно, вы видите кого-то? Я никого не вижу. Но, как ни странно, нам показывается, что там кто-то есть. А может, призраки нафиг? Не люблю призраков в этом моде, потому что... О, смотрите на карту, смотрите на карту. Знаете, что я удивляюсь? Что это дружественные мобы. Это дружественные мобы, потому что красные это враждебные, да? Красные это понятно, что они враждебные. Дружественные показываются белым светом. Поэтому это дружественные. А мне интересно, это может какие-то торгаши? Я не знаю, откуда вообще этот портал появился, с какого перепуга, но... А может все-таки кто-то построил? Я не могу вам сказать, потому что, ребята, я не в курсе, честно. Я вам не могу сказать, потому что я не знаю. Мне как-то стрёмно... О, нифига себе, сейчас рестарт будет. Ух, я не знаю, что нам делать. Я не знаю, что нам делать и куда нам идти. Если я ещё вот... А там вода была? Там вода была? Так, ладно, сейчас. Давайте быстренько туда вернемся. Я просто очканул, что я сейчас умру. Так, где вот этот портал был? В этой стороне? Вроде да. А прикиньте, он пропал. Если он пропал, то... Нет, не пропал. Но все-таки, мне кажется, это кто-то построил. Потому что мы тут уже бегали сколько раз и сколько мы серий провели в пустыне, да? Потому что мы вызывали первого босса. И там с этого... Для призыва этого босса падал с моба, который спавнится вот тут в пустыне. Поэтому мы тут много времени провели. Да и видно, что это кто-то строил. Но все же, если это будет не какой-то сильный в смысле... Так, а я заспавнился в том же месте или нет? А я заспавнился в том же месте или нет? Что-то мне кажется, что я не в том месте же заспавнился. Хотя вроде... Хотя хрен его знает. Да твою мать! Ну, по сути, портал должен быть одноразовым, да? То есть... Я не знаю, честное слово, ребят, я не могу вам сказать, потому что я не знаю. Но мне кажется, да... Хотя, фиг его знает, честное слово. Честное слово. Мне кажется, мы заспались где-то в другом месте. Офигеть, конченые порталы вот эти. Ух. Ну вот да, вот это я помню, это мы видели, но тут были вот такие всякие здания, вот тут были всякие здания, вот. Это, да, а может это и здание, честно, я не знаю. Это нужно, знаете, был бы тут мод на крылья, мы бы уже давным-давно бы туда добрались, но... Не так все просто. Не так все... Я прям офигел. О, гемы. Нифига себе. Опа. Главное, чтобы нас сейчас не забабахали. А то я так, знаете, на расслабончике прыгаю. У меня тут парочка жизней.
кто-то сейчас к нам прилетит. Так это вода? Или что это? Я не могу понять. Я пока не знаю, честно, ребята. Я не знаю, что это такое. Ну вот эти сферы, то есть это очень хреново, что они сферы, потому что мне хочется забраться наверх, но я не могу, потому что в середине эти сферы пустые, и это очень трудно на них забираться. Так, хотя, ну, в принципе, нужно, да, нужно вот туда нам будет пойти. Ой, я чуть опять не упал. Я не знаю, вряд ли мы успеем до... Опа. А мы... Нет. Я помню вот это здание, но, к сожалению, я не помню. То есть нету вот этой фигни, где мы строили, да? То есть, мне кажется, я боюсь туда прыгать. Мне кажется, нужно хотя бы забраться вот на это и вот отсюда прыгнуть. Как думаете? Главное опять не упасть, и главное успеть до рестарта. Главное успеть до рестарта. Ух, это какой-то странный нафиг мир, честное слово. Я не знаю, откуда он вообще появился. Я вообще не планировал идти в этот мир, в этой серии, можно и так сказать, потому что, ну, честно. Ух ты, пульс! What the fuck? Что это было? Да кто... А, так вот кто меня бьет. А я думаю, кто меня убил нафиг. Я думаю, кто меня нафиг убил. Так, ладно. Это какой-то данж. Не представляю. Честно, ребят, я тут первый раз, наверное, так же, как и вы. Потому что если бы я тут был не первый раз, я бы так не удивлялся, что это такое. Ух ты, нифиг, ни черт, нифиг. Я не знаю, что сказать. 250 жизней. Что-то мне кажется, что это необычный данж. Это уже прям какой-то последний из последних данжей. Потому что 200... Ни хрена себе, смотри, как я копаю. Главное, чтобы иначе не стукнули. 1000 уже... Да идите вы в сраку. Опачки. Лунарчер. Ух. Я как-то стремаюсь, если честно, вот тут ходить, бродить. Потому что вы видите, что это какой-то загадочный прям... Прям мир... Главное, чтобы она еще... А, так они мирные. Так они... Так и так... А что вы молчите? А что вы, ребятки, молчите? Я думал, вы враждебные, а вы, оказывается, мирные. Вот вы паскуды. А я напугался, нифига... А вы заразы. А они сидят, знаете, молчат. То есть, какая нам разница, что ты о нас думаешь? Мы будем сидеть и молчать. Лунавер коин, голден коин. Вот это обменники, да, вот сильвер коины. Это обменники, о которых вы мне говорили. Это обменники, о которых вы мне говорили. Только вот, чипучи. Вот это нам и нужно. Вот это нам нужно. Я надеюсь, мы сможем сюда вернуться. Так, а 20 кусок. У нас там куча коинов. Так, сет варп. G1. Я не знаю, что такое G1. Ну ладно, поставил. Так. Обменнички. Смотрите, это мы все забираем. Это мы все забираем. Варп G1. Ух ты, это хреново. Я думал, что будет такая хрень, но думал, может, залагает, и мы сможем туда вернуться. Ух, я прям вспотел. Ребята, у меня, можно сказать, 11 часов ночи. У меня такая тут жарища. Днем у меня уже 40-45 градусов тепла. Ребята, может, у вас там тоже, я не горю, то есть, что тут самое жарко, да, в мире. Но тут такой какой-то мерзкий воздух, такой сухой, что прям, знаете... Я не знаю, как это объяснить, но прям такой какой-то сухой пропитывает. О, кстати, круто, что мы вернулись. Я надеюсь, вы... Да, действительно очень какой-то тут мерзкий воздух, честно, ребята. Что прям тошнит, когда ты на улице ходишь. Знаете, как будто когда выходишь на... Так, ага. Когда выходишь на улицу, то прям такое ощущение, что ты заходишь куда-то в парилку. Честно, как будто ты в баню куда-то заходишь.
И что самое главное, мы нашли вот этот обменник, о котором вы мне много раз уже говорили. И если я понимаю, то сейчас мы сможем вот это все обменять и, в принципе, получить нормально так коинов, да? 20 бронзовых это одна серебряная. Из этих всех стаков бронзовых монет, сколько у нас стаков этих бронзовых монет было? Офигеть, сколько много. Мы сможем получить вообще чуть. То есть мы сможем получить, ну смотрите, мы сможем получить сколько в конце? Как вы думаете, сколько мы получим? Около 50 серебряных монет. Мне кажется, 50, ну стак вряд ли, где-то 55 будет, мне так кажется. Сейчас посмотрим, что будем гадать. Хотя, мне кажется, даже 55 не получится. Вот так. Не, получится. Вот так. И сейчас еще вот это. Вот, 56. Фу, серебряные. Вот эти все стаки бронзовых монет мы поменяли на серебряные монеты. А что сейчас серебряных можно? Ага, одна золотая, 20 серебряных. Она серебряная, 20 бронзовых. Но обратно мы же менять не будем, это понятно. 20 серебряных, одна золотая. А стоит ли? Мне кажется, пока что не стоит. Потом, если что, то мы сюда вернемся. Ты еще там, Стив? Нет, Стив, к сожалению, ушел, но просто он мне напоминает Стива. Нет, все, но мы обменяли. Я, если честно, вообще не ожидал, кто этот портал сделал нафиг. И я, если честно, вот эти... Здание, когда я увидел моба с 1000 хп, я чуть не обкакался, если честно. А потом оказалось, что это обменник. Ребята, 45 секунд осталось до конца сервера, рестарта, поэтому давайте заканчивать. Если вы хотите новую серию, ставьте лайки, я буду очень этому рад, потому что лайки меня очень сильно стимулируют. Если мы набираем 500 лайков, сразу же выходит новая серия. Прям в ту же секунду. Кликнул, набрался 499 лайков, кликнул 500 лайк, сразу же выходит новая серия. Ну не в прям ту же секунду, потому что я не робот, а в ту же минуту, где-то так, пару минут. Кстати, оставляйте комментарии, мне очень нравится, когда много комментариев, я постараюсь на них всех ответить, ребята. Подписывайтесь на мой канал, буду тоже очень этому рад, также не забываем еще раз ставить лайки. Фу! Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем... Последняя секунда, какой провод? Всем пока!